просто у вас... Снимаю вторую часть. Мы в слайм... Как называется это помещение? Заведение. Сейчас я выйду на улицу, поснимаю еще. Май слайм. Мам, ты хочешь еще завтра сюда прийти? Ну, я бы хотела бы, да, это интересное занятие. Мы хотя бы еще раз приедем сюда, я думаю. Деткам это нравится все. Смотрите, как у Сэма получается. Это начало, нам надо мешать, пока не перестанет липнуть к ручкам. У Лизы быстрее как-то получилось, да, что оно не липнет. А вот это что, Кость? Оно липнет, липнет. Туда надо? Да, так. Лиза, кстати, можно уже добавить. Давай вот это добавим. У Лизы еще тут надо добавить. Нет, нет, мама, у меня липкая. Не мая. Это надо сюда, это надо давай, сюда. Давай. Опс, перемешивай. Не, надо потихоньку. Можно ручками перемешивать. Называется My Slime Playroom. Ну и как у вас получается здесь? Итак, у нас все классно получается, загустело. Смотрите, а ну Лиза, сделай бульбочку или пузырек, как ты там делаешь это дело? О! Маленькая, но получилось. Да. Здорово. А когда вы будете добавлять свои блесточки? Сейчас. Давай. Можно уже добавить? Да, уже теперь все добавляем. Время пришло. Слайм мы забираем домой. И самое главное, я не сказала, сколько это стоит. Это стоит у нас каждый слайм. Сколько, ребята, я не слышал? 16 долларов каждый слайм. Коробочка украшений и вот это вот замес. Все руки мои готовы. Теперь я могу блестки добавлять. Добавляй блесточки теперь, да. Сэмчика тоже очень интересное здесь украшение. А ну-ка, Сэмка, добавляй. Ой. Ничего, ничего. О, смотрите, какая красота. О, теперь мы только все перемешиваем. Не займет, они уже не будут. Классно, ничего, ничего, перемешивай. Это здорово, смотрите, как интересно. А, цветное. Они еще, кстати, могут добавить туда запах для этих слаймов. О, да? Да. Так пойдите добавьте. Еще можно запах добавить, представляете? Запах? Да, чтобы слайм пах. Запах. Сашка, подожди, еще. Может, пусть она принесет сюда там запах этот, сказать запах. Ей, нам надо запах. Там это тетя, серьезно. Которая все это добавляет. Ну, с мысочками прям так идите, да, своими. Идите, запах добавьте. Такой красивый слайм. Очень-очень-очень красиво все получается. Здорово. Смотри. А какая букашка? Ой, мам, ты за... Ну еще раз растяни. Вот нормально. О, получается такое полотно большое. Слайм. Ой, Риза сделала тут кричат. Можно я потрогаю? Это можно забирать, ладно, да? Да, это мы забираем. Твой чуть-чуть другой. По-моему, очень другой. У Сэмчика просто прозрачный, а у тебя такой, как это сказать, матовый, матовый. О, Риза. Сделала смайлик. Ну здорово, все, заканчиваю это видео, ребята, заходите к нам на наш канал, плейлист Гавайи 2020.